В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Они обсудили проект индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Особое внимание было уделено повышению инвестиционной привлекательности, дальнейшему развитию сельского хозяйства и промышленного потенциала региона. Речь идет о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности предприятий Чувашии, создании инжинирингового центра по разработке оборудования для нужд оборонного промышленного комплекса, частных индустриальных парков на базе неиспользуемых промышленных площадок. Обсуждалось создание территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, испытательного центра электротехнического оборудования для атомной энергетики и многое другое. Денис Мантуров в целом одобрил проект программы и внес ряд предложений. После доработки документ будет вынесен на рассмотрение председателя российского правительства Дмитрия Медведева.